Нижегородские медведи стали многодетными родителями. В зоопарке у бурых медведей Лили и Балу родились сразу четверо медвежат. На самом деле появились на свет они еще почти 2 недели назад, но заботливая мать не отпускала их из лап. И только сейчас, когда медведица впервые отлучилась от новорожденных, благодаря камерам видеонаблюдения удалось увидеть потомство. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь?